В ближайшие сутки погодой в Беларуси продолжит управлять область повышенного атмосферного давления. Теплый воздух поступает к нам с Западной Европы. В результате сохранится умеренно теплая сухая погода. Итак, в среду переменная облачность без осадков, влажность до 90%, ночные и утренние часы, слабый туман, видимость до километра. На отдельных участках дорог гололедица, ветер северо-западный, западный умеренный. Ночью по северо-востоку порывистый. Атмосферное давление ночью будет расти, днем интенсивно падать. Утром в северных районах будет минус 2 на градус выше в южных. С учетом влажности и ветра, по ощущениям, будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня 2 градусов по Витебской области. До 3 по Брестской. К вечеру плюс 1 в северных районах и на пару градусов выше в юго-западных. В четверг утром и днем скажется влияние влажного воздуха с Балтийского моря. Ночью по Витебской области утром и днем на большей части страны пройдет кратковременный дождь с мокрым снегом. Ночью утром слабый туман и гололед. На дорогах гололедица, ветер западный порывистый. Ночью минус 3 плюс 2, днем от 0 по северу до 9 тепла по югу. С пятницы начнется похолодание. Ночью до минус 7, при прояснениях до 9 мороза. Днем около 0. Пойдет снег, ветер северный. У меня на этом все. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Рябов ответит», и вы узнаете все о погоде и не только.